Амичи раскупили практически все билеты на первый сибирский чартер в Турцию. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на туроператора. Самолет, который принадлежит компании Royal Freight, вылетит из Омска в Анталию 18 сентября. Сегодня за 10 дней до отправки рейс загружен более чем на 80%. По информации туроператора, уже есть заявки и на октябрь. Известно, что рейсы в Турцию будут выполняться каждые 10-11 дней на авиалайнере Boeing 757. Вместимостью 200 пассажиров. Напомним, чартерные воздушные сообщения с Турцией прекратились в конце октября 2015 года после того, как турецкие ВВС атаковали российский бомбардировщик. Спустя почти год, 28 августа, премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о возобновлении чартерных воздушных перевозок между странами.